прославленной гвардейской танковой кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии. Этот танк напоминает им о героических подвигах старшего поколения кантемировцев в годы Великой Отечественной войны. Боевое крещение личный состав получил в боях под Воронежем летом 1942 года. За мужество воинов в Сталинградской битве соединение было преобразовано в гвардейское и получило почетное наименование «Кантемировское». Под гвардейским знаменем с образом великого Ленина кантемировцы прошли славный боевой путь, освободили сотни городов и сел. Соединение сражалось под Курском и на Днепре. Бои на Дуклинском перевале в Карпатах стали еще одной яркой страницей в боевой истории гвардейцев. Воины-танкисты участвовали в освобождении польских земель. Вышли с победой к Эльбе. Каждый кантемировец знал, что он является представителем Великого Советского Союза, несущего свободу народам Европы. Большая честь выпала кантемировцам представлять советские танковые войска на параде в Москве 8 сентября 1946 года, в День танкистов. За годы войны 31 кантемировец был удостоен звания Героя Советского Союза. 20 тысяч воинов награждены орденами и медалями. Проходят годы. Для молодежи Великая Отечественная уже история. Тесную связь с дивизией поддерживают ее ветераны. На подвигах героев воспитывается любовь к родине, готовность отстаивать ее честь и свободу. Ленинские слова «учиться военному делу настоящим образом» стали законом жизни гвардейцев. Чтобы отлично знать и умело владеть оружием и боевой техникой, надо много и упорно учиться. В подготовке танкистов широко применяются технические средства. Не правда ли, есть что-то общее с советским луноходом? Сложна и разнообразна боевая учеба. Воину необходимо овладеть легководолазной подготовкой. Всякое бывает при подводном вождении танков. «В здоровом теле здоровый дух», — гласит русская пословица. Такие молодцы выдержат любые испытания. Днем и ночью, при любой погоде, на самой разнообразной местности в условиях, приближенных к боевым, они совершенствуют свое мастерство, овладевают навыками современного общевойскового боя. Воинов учат идти в наступление смело, решительно, проявлять стойкость и бесстрашие в обороне. Нелегок ратный труд, как говорят солдаты до седьмого пота. Но надо научиться преодолевать любые преграды, любые трудности. За достижения в боевой и политической подготовке дивизия к 50-летию советского государства была удостоена юбилейного почетного знака ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
Для вручения награды прибыли маршал Советского Союза Гречко, генерал армии Епишев. Министр обороны сердечно поздравил кантемировцев, пожелал им новых успехов и вручил почетную награду. Достойно продолжают гвардейцы-кантемировцы боевые традиции своего прославленного соединения. С неба на землю в бой. Таков девиз воинов-десантников. Но не о славной крылатой пехоте этот сюжет. Мы хотим рассказать о тех, кто дает ей крылья. О людях военно-транспортной авиации, а точнее о летчиках большого воздушного корабля, только что вернувшегося с задания. В самолете, которым командует военный летчик, инженер первого класса капитан Анатолий Краснобай, все авиаторы, коммунисты и комсомольцы. Отличники боевой учебы. А сейчас, после полета, они просто веселые и дружные парни, которых ждут приятные земные заботы. Наконец-то и Алешка дождался папу. Что может сравниться с настоящим мужским разговором, настоящим мужским делом? Тем более, что и в учебе они с папой оба отличники. Только вот на рыбалку зимой Алешку не берут. Говорят, ты в экипаже сверхштата. Да, рыбалка в этих местах отменная. Но отдых отдыхом. Нужно время и на самостоятельную подготовку. Особенно подолгу засиживается в библиотеке командир. Мечтает поступить в военно-воздушную академию имени Гагарина. Спорт для летчика не только активный отдых. Многие часы в кабине самолета сказываются на физическом состоянии. Хорошая спортивная нагрузка нужна, как воздух. Впрочем, воздух для летчика – понятие растяжимое. На высоте он совсем не тот, что у земли. Не каждый способен долго и напряженно работать на больших высотах. И даже для бывалых авиаторов путь в небо лежит через барокамеру. Летчика не минуют и чуткие руки медицины. Только надежное сердце, крепкие нервы, безошибочная реакция и твердая рука – способны поднять в воздух современный самолет и выполнить боевую задачу. Многообразные задачи военно-транспортной авиации, но главное из них – доставить боевой груз точно в срок и точно в заданное место. Ошибки недопустимы. Избежать их позволяет серьезная штурманская подготовка. Готовятся к полетам и крылатые корабли. О них позаботились техники и механики наземных служб. В любой час суток, при любой погоде, самолеты готовы к вылету. На этот раз гарнизон подняли глубокой ночью. Начинаются очередные учения. По традиции, лучший экипаж поднимает над аэродромом авиационный флаг. Сегодня этой честью удостоен
экипаж капитана Анатолия Краснобая. Только что получен приказ провести десантирование на территории условного противника на большом удалении от части. И вот крылатая пехота уже обрела свои крылья. Если наблюдать работу экипажа со стороны, она покажется спокойной и неторопливой. Но это только кажется. Конечно, многое сегодня берет на себя автоматика. Человек же должен знать технику, уметь анализировать, принимать решения. Нужно точно рассчитать маршрут, чтобы за считанные часы покрывать громадные расстояния и даже перелетать из ночи в день. Теперь главное вовремя начать десантирование. Предусматривается все: высота, скорость полета, сила и направление ветра. Десант доставлен. Как снег на голову обрушился он на противника. А это залог победы. Победы, которую ковали и летчики военно-транспортной авиации, эти неутомимые труженики неба. Армии недавно, но уже не раз задавали себе вопрос, почему так доверчивы к нам, солдатам, дети? Почему у нас в народе человек в военной форме окружен таким вниманием и любовью? Ответ чаще всего приходит сам, как сегодня на пионерском сборе, посвященном героической истории советских вооруженных сил. Мы вносим боевые знамена частей, под которыми сражались воины на фронтах Великой Отечественной. И когда вот так держим пробитые пулями знамена, частица славы тех, кто побеждал под ними, ложится и на наши плечи. А служим мы, братья-близнецы Александр и Владимир Пресняковы, в роте почетного караула. «Что там у вас за служба такая?» – спрашивает в письме отец. Обычно отвечаем – военная. Оружие содержим в боевой готовности. Карабинов у нас на каждого по три – учебный, парадный, да еще боевой. И стреляем мы отлично. Есть, правда, один предмет, которым занимаемся мы больше, чем другие подразделения. Строевая подготовка. Прямо скажу, нелегко сначала пришлось. 18 лет на свете прожили, а оказалось, ходить-то по-настоящему не умеем. И поэтому так много работают с нами наши командиры. Теперь мы любой воинский ритуал выполняем, как положено, в роте почетного караула. Рота! Счет раз! Начало движения! А какой воинский ритуал без музыки? Образцовый оркестр
наш постоянный спутник. Я попрошу третьим такте. У военных музыкантов, конечно, есть и свой главный предмет. Всему составу оркестра. И в четвертом такте на вторую половину более мощно. Ударные меня не поняли. Это все было сзади, вы оттягивали. И, во-вторых, не надо его особенно возить. Призыв, призыв, восстание. Богат и разнообразен репертуар у наших друзей. Кто-то метко окрестил их оркестром 100 гимнов. Действительно, они исполняют гимны более 100 государств мира. Зима на исходе. Лыжня петляет по подмосковному лесу. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых, не вернувшихся полей, не землю нашу полюбили когда-то. Эти места напоминает о далеких героических днях разгрома фашистских полчищ на подступах к столице. Здесь проходил последний рубеж обороны. Рубеж, с которого ни шагу назад. И где-то здесь рядом упал на землю тот, кого называют сегодня неизвестным солдатом. Великая честь нести почетный караул у Кремлевской стены, у могилы неизвестного солдата. Не может не дрогнуть сердце человека у этого священного места. Не может оно не наполниться горячей благодарностью к защитникам социалистической Родины. Из разных мест ребята служат в нашей роте. Большинство в Москве впервые. Мы с Володей родились и выросли в Горьковской области, на берегу тихой речки Кишма. Ну а Москва такой город, с которым быстро роднишься. Где побывал однажды, запомнишь навсегда. Великий город Москва. Особенно сильно это чувствуется, когда в составе почетного караула участвуешь во встречах делегаций из разных стран мира. Рота, для встречи справа! Акра! Фу! Господин военный министр, почетный караул от войск московского гарнизона в честь вашего приезда в столицу Советского Союза. Город-герой Москву построен. Начальник почетного караула майор Богданов. Столица встречает гостей нашей страны с достоинством и почетом. И мы немного помогаем ей в этом, потому что мы рота почетного караула, частица славной армии великой страны Советов.